На центр, парни. Все, все.
быстрее мост подняться. Эй, ты не отберешь там, Сень! Какой Коля? Садика! Коля, отвори спинку, Коля!
Вот стоп. Правильно. Вот, другая газ, один. Все, Коля Бровка, строго. Вот, встаем.
Если ты получишь, я на пробу дам. Антон, поуже играй. Теперь чуть-чуть ближе, да. Коротая, один владеет. Огонь, шире на стороне, огонь. Они идут, зона есть. Серега на мяч. Маску пошли. Ну что я надо в одну дать? Оп, стоп, стоп, прошла. Ниже, Вадик уже. Уже ниже. Сильно тренер, сильно тренер. Рус, горишь, Рус, горишь. А, Макс, есть. Спокойно. Один, Сань, Сань один. Сань один. Создавай, создавай. Растягивайся. Вваливается игрок. Андрей. Один гол, шире, опор! Ближе, Руслан, вот!
окно. Вверх играть надо, Серега. Сара! Андрюх, не надо такие давать, Андрюх! Серега, если он тебя перелетит, мяч, то он придет к вратарю. Один!
Здорово, Игорь! Антон, ну играй по уши. Ну понятное дело, что встречаться надо. Фора! Тут нет, все забор охраняет. Фора! Каждый свое может. Чёрт! Дело. Здесь реально фол был, судья не свистнул, и убежали там 3 в 0 и забили. Ну, сейчас такая погода ужасная, что... Ничего, хорош, ничего, Макс! Там... Сзади, Игорь!
Конец. Хорош, хорош, ничего, зал. Ай, блин. Сань, поближе, укоротай, укоротай, ты повыше. Ближе, мел. Без пола! Середина, Афонь! Здорово, гашай, мел, спина! Сань, твоя дальняя! Ближе, ближе! Труси! Ближе, вперед, подойди, пожалуйста! Гаш, не прижимайтесь близко, Гаш! Андрей, солдат, Афонь, Андрей, выгоняйте Андрей, выше Андрей, всех, не прижимайтесь к воротам. Правда, вот такой погоде, отпустим. Кто сыграл, я не занимаюсь. Нет, нет. Здорово, мел. Корпус, корпус, Серег. Хорош, горяк. Ходи. Да, да. Сань, Сань, право. Ниже. Сань, право. Мел с ним до конца. О, хорошо давал. Давай, давай. Один. Подбор, 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 давай. Далее, подбор. Под тобой. В середину гулять будем. Один, Марк. Другая ищи. Мы уже не мечемся. Ничего, Марк, ничего, стал поближе. Макс, к твоему ближе.
Хорош, Саня, хорош. Сава, вау, Сава, вау. Как ты, Андрюх? Андрюха! Андрей! Как ты? Постой полтайма, я посмотрю на тебя. Тепло. Премьерка Запада. ЛЧО, по-моему, белые. Да, я знаю. Подвигайтесь, холодно. Посылы есть, давай. Один, а то быстрее. Сразу выйди, руками возьми меня. Понял, один. Ближе к мне. Здесь, садись! Сидеть!
Чуть-чуть серединку накрыть, один из защитников поднимается. Потому что ногов больше у них. Поднимайся, Андрей. Вы мечете. Мега-титан, по-моему. Алло. Да. Нет, я транс снимаю уже игру. Ничего, у меня руки обе будут заняты, мне ни до кофе, ни до чая. Но... Ну, ты приехала? Давай, ты пока особо не выходи, потому что здесь еще минут 10, только мужики второй тайм играют, то есть еще 20 минут они играют, минут 5 на разминку. Второе посерединке, которое. Давай. Ё-моё! Не знаю. Она еще нам не пришла. Положи куда-нибудь и следи за этим. Что, решила ко мне подняться? Аккуратно. Все, правильно, все, там, я уже готов, вся статистика. 10 игр, 3, 7 побед, 3 ничьи. 7 побед, 3... А, я думаю, проиграли хоть раз. Не, ни разу не проиграли, я сам удивился. Не, наоборот, я удивился, если все-таки проиграли. Еще не поздно. Это заявка, я номера так себе дописывал, кого, да? Не помню. Ну, точнее, в лицо-то я всех более-менее помню, но... А с выходящей я написал. Кто ее не помнит? Номер. Она без номера. А, ты как, готова к бой? Кто? Крикова, Ганина и Сашкин. Прекрасный состав. Но это золото просто. В матче за третье место это золото с таким составом. Главное это самое, Куликову сказать, что он не выбрасывался по такому пулю. Не, она что-то вообще то. В прошлую игру я прям посмотрела, что у нее зашли так вот. Удар, попробуй, удар! Потому что сейчас скользят мужики по метру, просто летят. Да, прям? Да, в поле. Мячик больно.
Давай, сидя, выбивай! Ты там, если коробки куда пойдут, хорош, Сань, скажешь. Хорош! Если пойдем, коробки пойдем, пойдут, сразу, хорошо. Так я понимаю, всех вижу. У меня Галка приехала. Да? Поболеть за вас, да. Не холодно? Я не знаю. Я и сказал, что не, не надо. Поем, сзади, нет. Спина, коробка. В кафешке. Если что, ее можно на ворота поставить, она в заявке есть. Чем она, интересно, отбивать будет? Кузик? Да. Не стоит, мне кажется. Это будет дополнительная ответственность защиты, чтобы не было ни одного удара по воротам. Че, когда? Неделю через три. Две? Три. Молодец, сразу, ближе, ближе! Своим, Гарри, оставайся! Валера, идет Андрюк. Вот я не знаю, по такому полю, в чем будет удобнее. Это они с собой не сидят. Да, у нас народ не хочет, авангард. Да ты че? А где? Ой, я не знаю, по-моему, где-то внизу. На зеленый. Значит, вместе поедем, но как-то заразно. Нет, просто там у нас в основном сегодня минщики приедут, поэтому я так... Сторонний наблюдатель. Подожди, а ты за кого? Торонто. Давайте еще один голик надо. Да. 3-2. Черные ведут. Сейчас на звук надо записать. Да? Ну кто будет слушать наши с тобой разговоры в мужском НФЛ? Кому это интересно? Андрюха, бля, ты не вози! Андрюха, ты все равно будет. Будет. Не, может просто мусор положить и в таком виде скидку? Еще мне делать ничего, он накладывает мусочку. Антон! Жень! Как какой-то трек, который, знаешь, на час. Вот туда, под левую клюшку. Вот туда иди. С матами желательно. Андрей! Вот. С матами можно просто оставить игру. Вот, развини! Там этого достаточно. Да. Ну, знаешь, мне кажется, у нас иногда даже больше, чем у мальчиков. Да нет. Нет. Абсолютно нет. Может, ты просто не слышишь? Не, я стала под себя как-то больше потереться в последнее время. Ну добей. Не, не засчитал. Интересно, а по зиму это будем играть? Да что чуть до сих пор не играл. Ну, так не хочется. Я говорю, что надо будет. А то расслабиться все. Дело не в весной. Дело не в этом. Давай, судья! В лиге надо менять штрафы, на самом деле. Давай, судья! С Маручкой, с Алектаном, со всеми. С Торонто. С Торонто, да. Вот, и лучше это сделать зиму, и на зиме на Бехарову кататься. Заодно может что-то придумать. Но Сахар говорил, что нам с руководством уже должно пообщаться, с руководством вообще всего. Вот. Поэтому пока не знаю. Мальчики, будем мы? Да. Сколько тебе за это добро платят? Я работаю на голом энтузиазме. Даже для мальчиков? Нет, да. Почему? Сейчас, секунду. Один матч 500 рублей. Это считай... Ты смотри, ты свои расценки. Больше, больше. 1000 рублей у Лёши. 1000. Да, да, да. Это тебе не Минька. Миньку снимать, особенно когда нет второго этажа, что-то мне кажется совсем... Не палит! Слушай, у меня... Туда, сюда, туда, сюда. А ты думаешь, я их уже не чувствую. Ну, в смысле, не твоих ног, а даже свои не чувствую. Не то, что... Yeah.
А про первый этаж у меня в прошлом году самый лучший матч, вот, который у меня получился снимать, это институтский Тимирязевка против Мосполитеха. Чего-то я так подумал. Вот, там Тимирязевка вела к концу первого тайма 3-0. А в итоге за одну секунду до конца Мосполитех забивает четвертый и выигрывает 4-3. И именно вот снизу, вид офигенный, снимали, типа сейчас фотки снимают сверху, у них говно получается. А у меня намного лучше. Так что там надо, все зависит, конечно, от умения. Еще судья, конечно, раз бегает перед лицом, это неудобно. Ты самых главных, смотрю, записал. Раз, два. А ты, я не знаю, я, блин... У меня-то не знаю, что ты записал? Я не знаю, может кто-то другой нападающий еще будет. 17? Коль, все, менять его? Нет. У кого еще будет, кроме меня, такой номер? Даже не знаю, о, кого-то убили. Поэтому я и говорю, не бросаться. Нафиг, здесь как нифиг делать. Который час? 36. Ничего. Ау, где народ? Чему тот и тот? Да, кстати, на кого нема? Ребят, ЦДН, можно у вас, пожалуйста? И когда ветер сильный, здесь кто-то еще просто освобожден. Тренер, лицом, Говори, не говори. Ну, я просто, знаешь как, во-первых, мне нравится сам процесс, ну, реально нравится. Да? Хочу попробовать поснимать что-то другое. Знаешь как, будут какие-то предложения конкретные, будет интересно. У меня, например, один раз был выбор поехать сюда снимать Южный порт. Или мне предлагала, господи, девчонка, вратарь, за кого только не играл, за Лефортова играла, не помню фамилию, уже честно. Она еще в американский футбол играла. Вот, она предлагала поехать женский американский футбол снимать. Я так хотел, это была моя голубая мечта. И продолжает быть моей голубой мечтой. Беги, беги! Потому что ты выбрал порт. Ну, я не мог не выбрать порт, ты что понимаешь. Поберите! Динамо проиграло всего два финала. Самый первый турнир здесь, ну, в 2016 году. Мы там играли там, будущие профессионалки. И второй раз они по пенальти проиграли в финале Торонто. И все. Все остальные турниры, в которых они участвовали, они выигрывали. Греются. Один.
А черт его знает. А черт только идет. Мел! Да, обратно. Давай, давай, поэтому трудно сказать. Ориентировочно где-то 0 минут. 5, наверное, еще максимум. Где руки? Хорош, Ада! Хорош, да, Сань, иди! Власть оттуда, вперед, не торопитесь, Сань! Зачем ты мешки убиваешь? Да, слов, блин! Да где, вот он, садится очень быстро на морозе. Слава богу, у меня еще 3 запасных с собой. Ну да, у меня сегодня только 2 игры. Вторая ваша. Да нет. Тому. Не, ну салатовая шапочка, и кто-то машет мне рукой. Или тебе. Хорош, Гаша! Один! Все ушли, один! Иди, Фрол, иди, помогай! Ну, вратарь Фрол. Уже есть и нападающий. Не надо, Сань! Да, чего еще? Во, Орда идет. Ну я отсюда не вижу, наши девочки или не наши. Пола! Это маленькая орда быстро закончилась. Не, парк. Слушай, надо было тебе галить, давай. Там говорит, это самое, я трое суток уже из дома не выхожу, мне скучно. Поэтому попрось я в минус 15. Посмотри женский футбол. Да. Ты еще сегодня поднимешь 15 минут, 10 где-то. Сань, центр, Сань! Сура! 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 С
Хотя что-то я не понимаю. Правая нога! Бери мяч, огонь! Берите мяч! Андрюх, повнимательнее сзади, сядь! Ставить около... Мало, опять да, если гербалом не приедешь... Вы играете от обороны! Третье место... Но это не интересно. Это не согласен, да, конечно. Это на Герл Пауэлл больше похоже. Что вы думаете? Нет, там это, Ганин разворачивает. Нет, нет, нет. Я просто вижу тех, которые правее, там Герл Пауэлл. Потому что они отдельно стоят. Да. Ну, хоть немножко побегать можно. 4-4. Давай. Не пуха. Аккуратно. Хорошо, хорошо, так же. Солдат, бить назад. Игроков. Давай, давай. Расставились, ребят, расставились. Ой, блин. Иди, Гаш, иди быстрее! Встречать, встречать его! Не выпускай, Афон! Сам играй, сам! Хорош, какая желтая, блядь! Давай, Саня, солдата, солдата, смотри! Не понял, ёпт! Тут выбил, Хорош, бро! Ну, ну, иди, слева, иди! Давай, бро! Играй, блядь! 19, на кой 19, тебя снизу! Давай, давай! Бери, блядь, потом поговори! Коля, блядь, Коля, хватит! Давай, дальше, дальше! Дальше! Да, так, дальше! Каш, смотри! Иди, его порой! Иди, брол! Иди, брол! Все, сели, сели! Нет, нет, нет! Ты, Валера! Давай, давай! Давай, давай!
Один! Внимательно, внимательно!